Гружусь. Похвально. У меня есть. Тут. Где я, бля? Прямо тут. Классно, меня припарковали. Разбил его. Эхо на новой позиции. Тут перемещаюсь. Я его пушаю, Мы внутри кольца. Первая кровь. Блять, у него. Опа, хотя спасибо, Василий. Враг отправлен в нокаут. Иди, мил. Я иду. Кто-то тут есть. Здесь жертва около меня. Разбит. Разбила щит жертвы. Еще золотая броня там. Фиолетовая и золотая. Перезаряж... Атакую здесь. Перезаряжаю. Вражеский щит пробит. Враг. Я разбила врагу щит. Я пришел. Одинокий воин долго не протянет. Последний боец вражеского отряда сбил. Перезаряжаю. Я смиренная прислужница богов. Стала ли... Лечусь. У меня 0-3. У меня 3-0. Вот это я понимаю. Я присоединился. Ты знаешь, что это правда силовый смотри? Нужно мгновение, чтобы подлечиться. Что знаю? Это правда силовый. Да. Я догадался. Тут еще ездят чуваки, я спускаюсь брать синюю броню. Как ты догадался? Такое место, нахуй бы сюда еще летели. Думаю, что это будет сюда. Потому что у чуваков фиолетовые и золотые. Я не вижу, чтобы были еще против нас. Ну, я услышал, возможно, они отползли дальше туда. Думаю, ну, просто здесь не вскрыты, нихуя. Не, ну, хватает что-то, вон, я вижу еще фиолетовую броню. Нем. Короче, я до сих пор в шоке от того, что Матвей знал, что это синий луч. Я не понимаю, как это выглядит. Ну, смотрите, у нас у всех броня броневая. Так тут в середине броню можно забрать. Ну, не столько штук. Да столько штук, бывает и фиолетовая, и золотая дропается. Ну, не. Да. Не. Никогда не видел не такое? Не бывает. Ну, я видел такое. Я могу доказать. Здесь прицел. Для средней дистанции. Ищу Sentinel or, где мы дропнулись, был Sentinel. Ну, кстати, я больше не хочу. Ну, держу. Надо идти на город. Перемещаюсь. Как говорил мой друг в Counter-Strike. У меня просто это матч, в котором я думал, что мы умрем, и я сразу выйду, потому что 210 нахуй пин. Ну, спасибо. Теперь, Вася, я понимаю твою боль, поэтому... Держись. Бегу пушить. Чего у тебя отхуел мое? Сейчас нужно определиться, где они конкретно. А я просто в 400 метров от вас, пацаны. Кайфуйте. Ну да. Потому что я не могу найти. Перестреливается вот этот дом. Обнаружена жертва. И вот этот. Вот это. Валькирия подтверждает. Готова к пуску. Прием. Для снайперской винтовки. Третьего уровня. Пуск разрешен. Ну не ревенок. Там ревенок. Смотри, здесь есть батут Октейна, я около него жду. А там они прям там дальше уже, кажется. Я бы сюда пришел. Блять, я ушел ужасно. Вызываю к силам природы. Три человека с синей броней здесь. Сканирую. Я в этот дом. Я в этот дом. Вы мне нужны, тут нули, тут нули. Один упал, и второй тоже ноль вообще было у него. Разбил его. Упала. И одна у нас в спине. Упала эта. Вот. Я за ней. Давай. Слабый с нее. Слабый обратно. Чемпион убит.
Так там, наверное, этот есть. Перезаряжаю щиты. Как ты? Вот он нафиг. Пушу. Я разбил. Я пришел. Я честно, подсосаю, сори. Да и правильно. 4 че, у меня 3-3, нормально играем, ебай. У меня 3-1-2. Нужна скилочка, да. Я скидываю все для женщины, может не могу найти, и, честно говоря, просто бахты. Вторые чуваки, не знаю, где у тебя нету вылета. Я только, я же прилетел к вам, только. Хватаем вот этот батут. Тут и идем к пешку. Идем. Материалы вычеркиваю. И где пацаны, которые были интересны с нами, реально, они же там попиздились. Здесь увеличенный легкий магазин первого уровня. Здесь ствольный стабилизатор. Я еще рюкзак все это время. Назначен новый. Но у меня белый тоже. Размечаю окружение. Я не понимаю, где они могут быть. Второй раунд. Начинаю. Ну могут вот там пройти. Стартую к новой позиции. Здесь миротворец. Спецумение готово. Одно слово, и мы окажемся среди облаков. Летит репликатор. Размечаю окружение. Я не понимаю, куда они двигались. Просто тут они портировались куда-то. Так, что тут у него? Они, наверное, вот там вообще, блядь, пошли. Идем. Господи, нет. Здесь модификация. Череполом. Я не понимаю, что они вон. Похуй. Хорошо. Можем двинуть сюда. Пойдемте в эту сторону. Вот там можно скрафтить себе щитов. Кстати говоря. Перед нами можно скрафтить щиты. Ну. А ты про какой? О, тут. Прямо тут, прямо здесь, прямо. Это сканить. Наверху есть. Где это? А где, подожди? Вот. Ага, все. Я сюда передо мной вылетел. Я буду атаковать здесь, команда. Упал. Оба. Один АФК шел, второго ноль. Достало одного. Враг уничтожен. 24 по ХП ему. Занимаю новую позицию. Нет. Реально он ушел? Нет, он не ушел. Просто я успел не положить Даня до того, как я к нему. Pathfinder улетел отсюда. Пушман. Я не знаю, где он. А почему я не киллер, блядь? Пойдем это, пойдем скрафтим. А нахуй нам этот соло Pathfinder, который от нас уедет. А, вот он сюда давал кросс. Материалы у меня. Тут лазерный прицел. Второго уровня. Будет получше на позиции эхо. Стой. Здесь прицел. Снайперский. Не хз. Я работаю. Секунду. Навожусь на следующее кольцо, народ. А возьмите материал, пожалуйста. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Блин, а вы не видели 301-й когда-нибудь? Вообще, в целом. 99 только видели. Собрала ним. Опа. Да. Я под огнем. Вот. Хорошо стреляют, кстати. Имейте в виду. Тут материалы. Не вижу, это они в туннеле. Они ближе были. Да, там. Там жертва снабжена щитами третьего уровня. Матвей, заставь своего. Я пытаюсь, не вижу. Высовывайся, иногда один. Отметила жертву. Там, там почти разбил Pathfinder. Разбила щит жертвы. Размечаю окружение. Там вот подубасил его, но. Поставила метку. Хорошо. Дуговая звезда послана. Размечаю окружение. Ну что, Вайдер, все еще там. Идем туда.
На крыше здесь стоит. Едет под Finder, как он так прилетел, интересно. Лоба. Иду. Один упал, все, пушим, пушим. Они еще с кем-то дерутся просто. У них в спине есть. У лобы 0 хп. Уходит, уходит. Разные чуваки. Она упала, она упала. Тут Драко передо мной, Драко вот здесь. Я к Дэнни, я к Дэнни, я к Дэнни. А где, где-то убил, вот она. Там ушли... Матвей, ты один. Да я с вами, но они все ушли вот туда драться. Да пусть пиздуют отсюда. Наверное, уже добились, это как-то одновременно было. Идем к ним? Ну идем сюда. Или обходим. Атакуем вот можно место. Портал. Дайте уж не похилиться. У меня есть портал, нахуй. У меня есть вылет. Там была Ватсон, поэтому не надо портал, да? Ватсон тут. Через 9 секунд будет скан. Тут они. Мало попал. Я тоже. Я втроём там. Ты у меня. Разбитое очень хорошо по кому-то. Рейд по Finder разбитый. Хорошо, что у нас ульта есть. Можем, у них там еще драка, еще драка у них. Почти разбил одна. Этот Дэнни. Патроны. Хорошо. Вот. Два отряда. Да-да-да, тут два отряда, ребята. Если можешь просканить, будет спокойно. Нету. Так, господи, как же нет, тормози. Бля, хорошо, что тут ее еще одна вот эта. Там, ух, ох, мне нужна помощь. Ну, бля, нет, не пиздец. Держу щит. Один упал, блядь. Один упал. Там щит. Я держу щит. Держу щит, ползу вперед со мной, можно ползти. Там поднимают, я думаю, там того, кого нос. Отлично. Вперед. Блять, ноль. Блять, что происходит? Меня же тоже поднимай. Да. Нам нужно вылететь сразу почти. Это зона, которую не перехилить. Есть ли у меня штука от зоны? На них кидаем. Я кинул свапком сразу. А, окей. У меня есть вылет, пацаны. Сейчас будем вылетать. Все. Дань, сейчас вылет. Забираю. Дань, да, вылет, да, Дань, вылет. Не могу тут, пацаны. Киньте тут. Нету. Да, есть чему. Откилимся и можно. Да, у меня один маленький, этот самый, один маленький. Я поделюсь. Что именно надо? Шприц? Без шприцы любые, да. Когда процент? Сейчас, секунду. Фух. Начинаем. Ну, я думаю, не двигайте. Чего? Там так. Не входит в стоимость билета. Нет, паркуй, проверь зону. У-ху-ху, вот это жестко. У меня нет больших чего. На. Просто одну гранату сюда и пока... А, все не я убили. Я дал пинку. Я, блять, я, у меня, ну, из-за пинга не использовался она. Лайты могу... Хэви могу дать. Третьего уровня. Не нужны хэви, мне нужны маленькие щиты, например. Если маленьких щитов могу дать. Пойдем, у меня 8-5, чтобы вы понимали, просто нормальная игра. 0-4-8. Тут трос. Пиздец, 8-5-0 у меня. 5-4-4. Зачем тянуть? Побежали. Большие щиты у вас есть? У меня да. 3. У меня 6, даю еще. Ой, здесь прям, блядь, падаем обратно, а дракон обратно. Да.
Ладно. Вот сюда. Я вниз. На нас, на нас. Да. Хорош, Матвей, гениально помог. Филипп. Вася, ты один, Вася, ты один. Вася, ну, я упал вниз. Над тобой аккуратно. Я разбил рейсом. Рейс была разбита, если что. Хорошо. Все, нам нужно в зону. Вот скорее отсюда можно попробовать. Я пикаю. Я пикаю, пикаю. А ты беги, ну просто ультуй Вася и беги в зону. Упал. Сейчас одна. Оба. Рейс в нуле, рейс в нуле. Все. Вася, пикни меня и беги. Ладно, thank you, бежим. Мою красную можно обратно. Осталось два отряда. Только не бросайте меня. Да, у меня все еще нету этой хрени. Большой. Не... Да. Сюда, скорее! Я здесь хилюсь. Да, хильтесь и пойдешь. Подлечиваюсь. Но это мой рекорд по киллам в рейтинге 100%. Ну, может быть, в бронзе какой-нибудь было что-то похожее, но сейчас это просто не нормально. Можно здесь больше. С учетом того, что это платинг. Ну, это наш, по-моему. Да, бля, господи, да что? Все в красный. Я застрял, дух. Жертву помечь. Я подобрал. Да, скорее. На крыше есть. Обнаружена жертва. И там вот их. Размечаю окружение. Мы в зоне, скорее, мы в зоне, аккуратно. ХП, да, да. Ой, понял. У меня больших щитов, мне один остался. На. Мне 5, так что, да, поделюсь. Кольцо рядом. Мы не в зоне, пацаны. Мы ближе к зоне. Нам нужно вот занять вот это место. Нужно сейчас занять это ну, место. Ну, а там пацаны же... Нет, они дальше у них. Сейчас хилишь туда плохо, но попробуем. Холм нужно. Хорошо, там, там рез 45 есть, имеете? Да? Есть. Это позиция не в чёрте. Меняю. Всё, со мной это тоже. Разбиты. Ой, разбиты сильно. Идут. Лезут тоже на камушек. Хорош, Матвей, гениально. Волпани стоит, 86 по ней. Отходи. Ну, у него дай явно соль. Нельзя. Я иду. Разбился вроде. Здесь разбился. Так, еще одно упало. У нее золото. Да, это лайфа. Ай, у меня. Разбит. Ряд 45, если кто-то хочет, берите. Я его заберу. Обратно ближе к зоне. Феникс, как мы прошли, другие чуваки должны будут прийти. Ну, у нас уже справа есть. Мне нужен Феникс. Подождите, дайте потяг. Там бы крипто бежал. А где вот последние, пацаны? Я что-то вот не понимаю. Сейчас. Все, еще разные чуваки. Тут слав. И Феникс есть. Вот. Ну, у меня лагает. Пиздец. Бля, подожди, Вася. Прямо у тебя или где? Я понимаю. Ну, вот, типа... Карауль. Ну. На, спуск. Сразу еще. Пушат. Слапните. Я слаб. Гайс, ну это пиздец. Это я сохраняю. Это ненормальный матч. Это просто жесть. Весь матч пинг 220. Я... Я зашел уже без оружия к вам. Ну, типа, нет, просто вот я не помню такой статы у себя в рейтинговом матче. 100%. Ну, типа, по урону 100% такое было. 12 какие-нибудь. 12-6. 20 киллов в рейтинге. Хотя у нас у всех. У меня жалкие 3, но 1800 лет. Да, это нормально. Найс. 2,5, Вася, у тебя 2. XD. Смешно. Просто с учетом того, то, что мы так агрессивно играли, это очень смешно. Сохраните. Я сохраню. Ну, я сохраню, чтобы вот вы посмотрите матч со стороны Дани, у которой типа играет на пинге 40, и меня, который играет на пинге 220. Сколько вы получили? У меня 441. 476.
Сейчас я посмотрю, сколько я получил.